Окей. Да. Проходите, дорогая. Проходи, дорогая. Да. Надеюсь, что я стул не ставлю. Как почему? Да. Подождите, микрофон стоит. Давай сейчас. А микрофон он не сломает? Нет. Он всегда там под где-то. Все. Всем привет, мои хорошие. У меня сегодня в гостях Фарида, Амина. И мы сегодня снимаем для вас челлендж с черешней. Кто больше съест? А считать мы будем с вами по косточкам. Да, так, интересно. Приготовили вот такую вот посуду. Вот. Будем здесь косточки свои класть. Да, и считать. Любите потом черешню? Да. Ну да. Налетаем, ребята. И сегодня мы еще будем отвечать на ваши вопросы, которые вы задали в Инстаграме. Оба уже начали. Пать, уже пишет, можешь ответить? Господи, сколько. Иншаллах, разберемся насчет этого. А смотри, им шли новые сорочки. Если тебе какая-нибудь нравится, скажи, они могут тебе привезти. Фатя, я этот снимаю мукбанг с подписчицей. Привет. А чем больше всего гордитесь? Вопросы в студию. Ага. Чем ты гордишься? Если честно, я горжусь своими родителями и бабушкой, честно. Чем гордишься? Нет, своими какими-то достижениями. Своими? Своими достижениями, чем я могу гордиться. Вот что ты такого сделала, что, чем можешь гордиться? Я слишком добрый человек. Я всегда готова помочь людям. Я никогда не предаю их. И я этим горжусь, кстати. Потому что сейчас двуличных людей и алчных людей очень много. Очень много. И нормального, если честно, прям такого доброго, душевного человека ты никогда... Ну, не то, что никогда, а редко встречаешь. Трудно найти. Очень трудно найти. Вот. Ты чем гордишься? Я тем же. Я единственное горжусь своим YouTube-каналом. Единственным. А еще я в детстве накопила деньги, купила маме бриллиантовое кольцо. О, молодец. Мне а я... Подожди, заговаривай. Мне дали деньги на завтраки, и, можно сказать, где-то 2 года я копила эти деньги. И подарила маме кольцо, которое потом украли. Ой, да, это ужасно. А мой первый заработок, это был где-то в 6-7 классе. Я заработала маме на этот... Я заработала как бы денег и отправила маме на счет. А как заработала? Я тоже, кстати, так заработала. Да, специально. Есть такое специальное приложение? Тебе туда приходят какие-то задания, ты просто скачиваешь эти игры, которые там типа в заданиях, вот, и тебе просто приходят за это деньги. Да, и все. Угу. Ты заходишь, там первый день, второй день. По 2-3 рубля. Ага. Как классно. Угу. Я заработала тогда 50 рублей. Я тоже. И сразу маме отправляли маме. Да. И еще один раз, я помню, у мамины была книга. Я решила ее продать, потому что никто ей не пользовался, но она реально интерактивная такая. Очень классная была штучка. В общем, я решила ее продать. Да. О чем сейчас жалею? Нет, она реально такая классная была. Там типа, знаешь, книга была, такая игровая штука. Выставляешь просто. А, Б, С, Д. Нажимал, и там в конце все ответы были. Вот так вот. Вот такие вот у нас с этим гордости. Какие сериалы или фильмы вы смотрите? Вы смотрите сериал? Давайте начнем с этого. Херджай вы смотрите? Нет. Единственный сериал, который я знаю. Херджай нет. Одну две серии посмотрела, все. Интересно. Они так затягивают. Я турецкие сериалы не люблю смотреть, ибо там они очень длинные. Очень. Я очень. Мне понравился вообще сюжет типа Харджаю, но просто он на турецком, а я не люблю смотреть что-то на турецком. Я вообще турецкий язык вообще не понимаю. Я тоже, если честно, не особо понимаю, но Харджаю я понимаю. Потому что там один и тот же сюжет. Миран! Куда ты? Я смотрела один турецкий сериал, это был Benefit. Он шел где-то 1000 с чем-то, почти 2000 в общем серии было там. Мы с мамой это просмотрели. Именно с помощью этого сериала я выучила турецкий язык. А я ничего не знаю. А что вообще предпочтете, фильм или сериал? Фильм. Фильм. Потому что сериал тебя затягивает, ты не можешь свои дела сделать. И остается там все. Я помню, как еще Фарида с мамой смотрели один сериал, тоже на турецком, «Анне» называется. Это очень плачевный фильм, точнее сериал, я вам советую посмотреть, реально, очень-очень. Там у кого-то одеяло упало. Вот это заметила. Да, блин, я смотрела, да. Следующий вопрос, как вы познакомились?
Давайте я расскажу. Они мне просто написали в Инстаграме. Да. Я ответила, ничего, у нас никаких знакомых нету. Но до этого, я вам тоже скажу, Айка мне тоже всегда отвечала, когда я писала. Да, я стараюсь всегда отвечать, но, к сожалению, не всегда это получается. Дальше. Но все равно поблагодарим ее за это, хоть она нам все равно отвечает. Вы краситесь? Нет. Я крашусь. Шучу, не крашусь. Сколько братьев и сестер у вас? Мы сестры. Одна сестра, и вон там один брат сидит. Как бы две сестры, один брат. Вот мы сестры, братик там. А это наша третья сестра. У меня есть один брательник, и все. На самом деле мы с Айкой прям вообще похожи, у нас общие темы какие-то. Мы сразу... Много общих тем. Мы сразу как-то... нашли общий язык, согласись, это точно. Да. Мы как будто прям столько лет дружим. Это будто не первая встреча. Угу. Любите свое имя и хотели бы его поменять на какое-то другое. Минуточку, это Фарида, это Амина. Да. Амина, ты бы так, хотела? Я бы никогда не хотела поменять свое имя, потому что, я думаю, мне подходит имя Амина. Оно такое нежное, красивое. На самом деле, это имя моя бабушка увидела во сне, потому что это так. Вообще, папа, на самом деле, до моего рождения хотел вообще меня назвать. Мы не будем называть этого имени. Это имя, знаете, какое? Оно, может, для кого-то очень красивым будет, но для меня... Оно слишком старое. Очень такое старое, как будто для кого-то. Я тоже не люблю старые имена, если честно. Мне нравятся современные, короткие имена. Меня хотели назвать Эльвира, как вы знаете. Ну, Эльвира тоже, да, тебе подошло тоже. Но Айнур тебе больше подходит. Ну, Айнур больше подходит. Я бы не хотела тоже изменять своего имени, но мне нравится еще одно имя — Мелисса. Я не знаю, почему. Да, красивое очень имя. Я дочку так хочу назвать. Ну, если будет дочка. Дай бог будет. Отвечаем дальше. Дай бог тебе тоже будет. Что бы вы выбрали, семья или карьера? Семья. Однозначно только семья. На первом месте семья. Да. Я тоже считаю, что самое главное в жизни – это семья, сначала в которой ты живешь, да, а затем, которую ты создаешь. Еще это как бы как поддержка и опора тебе. Это да. Друзья и все остальное – это хорошо, конечно. Да. Если у тебя верные друзья, если они твои личные, то или вообще тебе врут. Самая неловкая ситуация в вашей жизни. О, Господи. Да, давай. Значит, мы всегда на лето едем в Геленджик к бабушке. И значит... Элябер, как это? По-русски. По-русски. На русском это как объяснить? Типа, как бы, вот улица, а я на конце улицы. А в начале улицы, нет, на... Что сказать? Улица Амбашина, типа... Ну и? В начале улицы? Ну да, как я сказала уже, в начале улицы, там какой-то дядька идет, похож на моего папу. А я с конца улицы такая кричу, папа, папа! Я такая иду, такая... Что происходит? Мне так стыдно стало в этот момент просто. Хотелось сквозь землю провалиться. Я один раз каталась на велосипеде и упала прямо перед машиной. Ой. Причем это был лимузин, и в то время лимузин это была крутая тачка. Мне так стыдно стало. Я никак не могу встать, убрать этот велосипед. Он такой ждет, ну давай быстрее, сколько можно. Да, я, кстати, помяните терапевту, я вообще не могу. Мне прям мандраж, я прям не могу свой велосипед убрать. В общем, очень стыдно было и запомнила на всю жизнь. Теперь твоя очередь. Моя очередь, блин, я даже не знаю. Наверное, когда я кушаю, все на меня смотрят, да? У меня что-то изо рта прям вылезает. Это как... Ой. Как? Это ужасно, кстати. Это реально стрёмно. Хотели бы сделать пирсинг или татуировку? Татуировку, да, но нет. Я не буду делать, нет, потому я бы не что сделала. У нас религия так... Не позволяет. Не позволяет, да, не разрешается. Я тоже не хочу, не собираюсь делать, у меня никогда не было. А у меня была мысль сделать пирсинг на носу, но сейчас уже... Некрасиво. Вы понимаете, татуировка – это на всю жизнь, до старости, да, прям, до самой смерти, это татуировка с тобой. Вот смотрите, я, конечно, против татуировок ничего такого не имею, но просто когда ты молодой, да, типа тебе хочется какого-то рисунка на своем теле, но когда ты стареешь, это просто не очень красиво смотрится. Да. Я соглашусь, но татуировки можно вывести, но... Ну да, но все-таки, зачем лишний лазер какой-то? Угу. Любимое блюдо и нелюбимое блюдо. Что любите, что не любите? Не то, что блюдо, но я так скажу, я ненавижу масло. Почему? Я не люблю вообще масло, я не кушаю масло. Нужно вообще не налить. Да. В смысле, если в блюде есть масло, то... Нет, не в блюде, а именно само масло, я не могу кушать. Я одна так аккуратно сделала.
Я не могу. А как я буду потом считать, типа? Мне кажется, у меня больше всех. 33 пока. Мое любимое, я очень люблю грузинские хинкали. Понятно. Я очень люблю роллы. А нелюбимое? Что я не люблю? Фиг знает, я все люблю. Я не люблю лук просто. А я ненавижу холодец, просто не могу его кушать. Фу. Я, кстати, тоже не люблю холодец. И еще я не люблю печень. Я как-то кушаю. Ты как в Фате, не по фруктам не спец. А еще я ненавижу куриные сердечки. Это моя любовь, ты что? Фарида тоже это любит. У нас вся семья любит, кроме меня. В общем, давайте считать, у кого сколько. По-моему, у меня мало. Давайте. По-моему, Майка выиграет. Да. Я тоже так думаю. Это что же такое, что у него спит? 40. 57. Я же вижу, по ней видно, что у меня больше. Ну да. У меня, смотри, как... Ну что, как аккуратно. У меня очень аккуратно. У всех аккуратно, только я здесь на свинарничала, если честно. В общем, на этом все. Если вы хотите видеть еще видео совместные наши, то обязательно пишите в комментариях. Также обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем желаем удачного дня. Пока-пока.